как на картинах Джексона Поллока. Кровь разбрызгана по всему полу. Я до сих пор вижу этот узор, стоит закрыть глаза. В этом есть красота. Закрой глаза. Начинаем сейчас. Джон уже здесь. Джон! Ее зовут Анна. Непростой ребенок с кучей проблем. Кто же вы? Я провожаю людей в прошлое. Я пришел, чтобы узнать правду. Как я пойму, что я в воспоминаниях? Тебе будет казаться, что все происходит впервые. Твои воспоминания реальны? Я не делала этого. Так девочек отравила не ты? Анну поместят в заведение, где они смогут позаботиться. Это моим родителям место в психушке. Не мне. Я чувствую, что кто-то ведет тайную игру. Семья матери одна из богатейших в Америке. Сдав меня в психушку, Роберт будет контролировать каждый пенни. Мне кажется, она рассматривает меня как диковинного жука. Если вы найдете меня неожиданно привлекательные в воспоминаниях, будьте уверены, я все выдумываю. Я устал играть в загадки, я устал от твоего флирта!